Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանք հողիղ եթերում, հայացք դրսից հաղորդաշարն է և այժմ կզրուցենք կարևոր թեմայի շուրջ, ինչ է կատարվում Վրաստանում, ինչպես գիտենք ապրիլ 3-ին հայտնի դարձավ, որ իշխող վրացական երազան կուսակցությունը արդեն երկրորդ անգամ է նորից նախաձեռնելու տարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի քննարկումը և կառավարության հիմնական փաստարկն այն է, որ Վրաստանում գործող ոչ կառավարական կազմակերպությունների թափանցիկությունը հարցականի տակ է։ Այս ամենին կտրուկ դեմ են արձագանքել թե միջազգային գործընկերները, թե հասարակական սեկտորը, ինչպես նաև քաղաքասարակության ամենատարբեր ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Վրաստանի վրաց հասարակությունը։ Թեմայի շուրջ օնլայն տեսակապով կզրուցեմ վրացի քաղաքագետ Գյորգի Մելաշվիլի հետ։ Добрый день, господин Мелашвили, вы на связи? Как слышно? Добрый день, да, надеюсь, вам меня тоже слышно. Да, поговорим о насущном и наболевшем. Бюро парламента Грузии уже зарегистрировало проект закона о прозрачности иностранного влияния, которое активно критикуется как внутри страны, так и западными организациями. По вашему мнению, вот почему именно сейчас, в преддверии выборов, руководство «Грузинская мечта», вот пошла партия «Грузинская мечта», пошла на этот шаг? Давайте перед тем, как ответить на этот вопрос, я поделюсь с нашими зрителями последними новостями, потому что буквально параллельно сейчас идет очень большое прайм-тайм интервью президента Грузии, в котором она отвечает примерно на эти же самые вопросы. И в этом интервью я бы отметил два главных тезиса. Первый тезис – это то, что грузинская мечта – это российская мечта, что президент Грузии сказала прямо. И второе – то, что она только что помиловала Лазара Григориадиса, который был участником митингов 8-9 марта прошлого года против российского закона об иноагентах, как мы его называем в Грузии. И тем самым она послала очень четкий сигнал грузинскому обществу и как бы ответила на, в том числе, ваш вопрос. Этот закон по своей сути является антизападным, антидемократичным, и его единственной целью является задавить гражданское общество Грузии. Он направлен напрямую против всех организаций, которые не подконтрольны правящей грузинской мечте и которые создали ей очень много проблем в прошлом году. Кроме того, исходя из тех заявлений, которые были сделаны буквально пару дней назад, очень отчетливо видно, что грузинская мечта хочет к предстоящим выборам, которые в Грузии в октябре, зачистить поле от всех гражданских организаций, которые в том числе наблюдают за выборами и могут вынести гражданскому обществу все те факты, которые с очень большой вероятностью будут иметь место. В первую очередь это попытки фальсификации выборов, это попытки незаконного влияния на выборы и все те нарушения, о которых не раз говорило гражданское общество. То есть целью этого закона можно определить две вещи. Первое – это саботаж западного курса Грузии, чем грузинская мечта очень активно занимается. У них было еще несколько гениальных, в кавычках, инициатив, которые несовместимы с евроинтеграцией Грузии, с одной стороны. И с другой стороны, это полностью зачистить гражданское общество, деморализовать население Грузии перед выборами и тем самым получить абсолютную власть, к которой они так бережно относятся и к которой они уже, очевидно, привыкли. А возможен также другой вариант. Вы сами сказали, что грузинская мечта – это скорее российская мечта, что под давлением или конкретными прямыми указаниями Москвы грузинская мечта, руководство грузинской мечты, правящая партия была вынуждена пойти на этот шаг в надежде на то, что грузинское общество, как и в первый раз, пойдет против этого закона, и он не сможет этот закон пронести в парламент. То есть как бы для кавычек, для Москвы. Вот видите, мы закон попытались пронести, но общество против. Вот такой вариант развития событий возможен? Я уже ничего не исключаю, честно говоря, потому что я изначально
очень скептически относился к идее о том, что грузинская мечта прямо так получает методички из Кремля, и она их пытается выполнить. Но в последнее время их действия очень сложно объяснить рационально. Тот же закон, то, что они пытаются его внести сейчас, перед выборами, тем самым подставив себя под удар, потому что 85% населения Грузии относится к евроинтеграции крайне положительно, и, соответственно, грузинская мечта теряет весь этот электорат. С другой стороны, та кампания пропагандистская, которую, я думаю, вы в том числе наблюдали в Тбилиси в последнее время, когда грузинская мечта в нарушение всех регуляций, которые существуют в городе, обклеила весь город непонятно какими стикерами, которые напрямую атаковали гражданское общество и напрямую пытались распространить ту пропаганду, которую даже Facebook посчитал неправдой. Да, платные кампании. Да. Грузинская мечта пошла такой ва-банк и пыталась задушить гражданское общество перед выборами. Я не знаю, я думаю, мы в ближайшем будущем не узнаем, напрямую они получают методички из Кремля или это их локальные инициативы на местах, так сказать. Но фактом является то, что своими действиями они увеличивают влияние России в Грузии, увеличивают влияние России в регионе. И абсолютно неважно, это делается по прямой указке, или это они своей глупостью добиваются таких результатов. Факт, результат у нас один и тот же. Это то, что грузинская мечта играет на руку Российской Федерации. Вот именно в контексте региональных событий давайте рассмотрим вот этот откат от демократии, от тех всех ценностей и от евроинтеграции, который, как мы видим, по инициированию этого закона происходит. Рассмотрим в контексте региона, потому что есть ли понимание того в Грузии, что если произойдет откат от европейского пути развития в Грузии, то автоматически он произойдет также и в Армении, потому что мы интересны как целое, как в регионе. Недавно, вот именно в этом контексте, также президент Азербайджана на встрече с министром иностранных дел Турции заявил, что вот эта трехсторонняя встреча США, ЕС, Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и направлена на изоляцию Азербайджана. И то есть получается, что возникает вопрос, Армения и Грузия отдельно идут по другому пути, остается Азербайджан и также и Россия. Ну, начнем с того, что для Грузии сотрудничество на Южном Кавказе является одним из краеугольных камней грузинской дипломатии. Это так было, я думаю, изначально. То, что в Грузии хорошие отношения с Азербайджаном, и то, что ценность Грузии за счет кооперации с Азербайджаном вырастает, это, по-моему, тоже всем известно. Все прекрасно понимают, что Западу нужны энергоресурсы, и единственная возможность быстро и сравнительно недорого доставить эти энергоресурсы – это из Азербайджана через Грузию. То есть это первый пункт. Относительно Армении, я думаю, что в грузинских экспертных кругах, так же, как и в грузинских элитах, в общем, это прекрасно понимают. Даже более того, у меня нет, к сожалению, каких-нибудь доказательств, но у меня очень серьезное ощущение, что вопрос Армении активно используется грузинской мечтой, в том числе во время переговоров с нашими западными партнерами. То есть помимо того, что грузинская мечта как бы держит собственное население в заложниках, они также пытаются апеллировать вопросом Армении и тем самым получить определенные поблажки в их действиях, которые, по своей сути, противоречат тем ценностям, которые есть у Евросоюза. То есть с этой точки зрения... Простите, то, что в каком плане, грузинская мечта, в каком конечно, плане для... апеллирует Армения? Простите, можно поточнее? В каком смысле грузинская мечта в контексте Армении? Опять-таки, как мы с вами уже обсудили, западная интеграция Армении связана с западной интеграцией Грузии. Представить, что Грузия станет частью условного русского мира, и в это время Армения сможет интегрироваться в западные структуры, довольно сложно. Соответственно, существует такая геополитическая связка Грузия-Армения, в которой из-за географического Грузии, в первую очередь, Черное море, доступ к Черному морю и Болгарии и Румынии,
Исходя из этого, существует такое понятие геополитической связки. Если Грузия, если демократия в Грузии, если западные ценности в Грузии и вообще грузинская западная ориентация потерпит поражение, то это, я бы не сказал, что автоматически, но довольно в большой степени означает, что у Армении тоже будут довольно большие проблемы. На Западе это понимают, и исходя из этого, по крайней мере, есть определенные тренды, которые позволяют предположить, что грузинская мечта в том числе использует этот вопрос в своих переговорах с западными партнерами. То есть, если я правильно поняла, то это помогает также в конкретных вопросах грузинской мечты получить, ну, поблажки, учитывая тот факт, что этот вопрос решается на региональном уровне. Я правильно поняла? Можно это, конечно, да, да, безусловно. Угу. А по вашему мнению, на предстоящих выборах что произойдет именно в свете вот этих всех последних событий? Насколько вот также грузинское общество, оно сможет защитить, как и в первый раз, свои интересы? Потому что есть вот такое мнение, что давайте на этот раз особо вот так не протестовать, все равно все решат выборы. Да, есть такое мнение, но, с другой стороны, если грузинская мечта зачистит поле до выборов, это означает, что выборы теряют свою сущность, это будут уже не выборы, это будет такая церемония, как в Российской Федерации, или как в Беларуси, или как в других авторитарных режимах. То есть, лично мое мнение, это то, что грузинское общество должно быть мобилизованным. Мы продолжим бороться, и я в этом абсолютно уверен. Что касается самих выборов и что произойдет на выборах, то это уже очень хороший вопрос. Есть несколько сценариев, которые активно обсуждаются как оппозицией, так же и грузинской мечтой. Но я думаю, в том числе, исходя из сегодняшнего дня, и исходя из того, что будет все последние дни, у нас будет очень четко выраженная необходимость выбирать между Западом и российским вектором. И в этом случае, если оппозиция сможет консолидироваться, я не имею в виду, что они создают прямо одну политическую партию, и все должны будут проголосовать за эту одну партию. Если они смогут консолидироваться, если они смогут провести нормальную кампанию, в этом случае, разумеется, пророссийской грузинской мечте выиграть выборы будет почти невозможно. На протяжении всего этого периода времени, буквально с 2012 года, грузинская мечта пыталась сохранить такую маску европейскости, потому что они прекрасно понимают, что в Грузии пророссийские партии, открыто пророссийские партии, никогда не смогут получить поддержку большей части населения. Поэтому они апеллировали к таким ультралиберальным и неконсервативным частям электората. Поэтому грузинская мечта пыталась создать на протяжении всего этого периода электоральную потребность в антизападных партиях. Но как мы, опять-таки, можем судить, исходя из предыдущих выборов, у пророссийских сил в Грузии есть стеклянный потолок. Этот потолок примерно 9-10%. Больше этого пророссийские партии набрать физически не могут. Поэтому политическая партия, которая в том числе может хотеть провести политику Кремля, ей нужно сохранить вот эту западную маску, потому что без этой маски их никогда не изберут. Если эта маска у грузинской мечты слетит, а в последние дни мы наблюдаем очень активно этот процесс, то в этом случае ей будет очень сложно выиграть выборы. И процесс может быть крайне непрогнозируемым. А что может произойти, если, допустим, вот эта последняя миссия грузинской мечты, чтобы и маски слетели, маски долой, но этот закон нужно протолкнуть и тем самым лишить Грузию европейской интеграции, европейской мечты. То есть это окончательная миссия. Можно рассмотреть в этом ключе, что произойдет тогда, по вашему мнению? Можно, но этого не произойдет, потому что грузинское общество... Рассмотреть можно, однако такой сценарий крайне маловероятен, поскольку грузинское общество сохраняет в себе возможность консолидации. Если мы видим что-нибудь о современной грузинской истории, это то, что в критические моменты грузинское общество всегда смогло консолидироваться и создать определенные проблемы любым авторитариям,
несмотря на то, насколько сильными они могли казаться в тот определенный момент. То есть мое ожидание – это то, что консолидация обязательно произойдет. Вокруг кого, кто будут эти люди, это сейчас сказать сложно. Я думаю, в ближайшие дни, недели и пару месяцев мы это все увидим. Но если грузинская мечта поставит перед электоратом выбор Россия или Запад, то в этом случае их будущее очень-очень-очень мало кому понравится. Дни сочтены. Да, можно сказать будет, что их дни будут сочтены. В вопросе консолидации какую роль сыграет Саломе Зурабишвили? Первые шаги в этом направлении она уже сегодня сделала. Кроме того, до этого был еще ряд очень важных решений, которые она приняла, в том числе о помиловании ряда политиков в прошлом. Соответственно, на сегодняшний день ее функция – это в первую очередь быть таким арбитром, который, может быть, даже не будет участвовать в выборах. Я думаю, ей это не нужно. Но вокруг которой смогут сплотиться прозападные силы. И опять-таки, речь не идет о единой партии, которая пойдет на выборы одним списком. Речь идет о том, что оппозиции нужно немножечко координировать свои действия. А дальше уже можно говорить о том, что такой польский сценарий, когда каждая политическая партия идет отдельно, но в то же время всех объединяет одна идея, это идея западного выбора Грузии, будет доминировать в электоральном дискурсе, и, соответственно, победить эту идею уже грузинской мечте будет почти невозможно. Спасибо, господин Мелашвили, за интересную беседу и комментарии. Будем ждать дальнейших развитий событий и держать руку на пульсе. Спасибо, приятного вечера. Նշեմ, որ օնլայն տեսակապով Վրաստանում տեղի ունեցող զարգացումներից, ինչպես նաև դրա ազդեցությունից տարածաշրջանում զրուցեցի վրացի քաղաքագետ Գեորգի Մելաշվիլիի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին դերատվականի եթերում և չմոռանաք բաժանորդագրվել ինչպես YouTube-յան մեր ալիքներին, այնպես էլ հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում։